Всем здорова, дамы и господа, и гости моего канала. У микрофона, как обычно, я Бог, и сегодня вы смотрите мой новый видеоролик по проекту EasyDrop. И, конечно же, в связи с этой всей довольно-таки сложной ситуацией в мире, ролики не могут так часто выходить, потому что банально очень-очень, ребята, проблема сейчас с финансами, тяжело все закрывается, и на самом-то деле очень проблематично сейчас записывать ролики. Поэтому за это, мне кажется, стоит поставить определенный респект этому ролику, и я постараюсь радовать вас роликами чаще. И надеюсь, что эта ситуация в будущем все-таки стабилизируется, и мы сможем с вами стабильно наблюдать этот весь контент. Ну а сейчас три лучших победителя из моего прошлого видеоролика прямо сейчас у вас на глазах. Давайте к этому видео наберем 1000 лайков и, конечно же, комментарии, потому что комментарии — это двигатель прогресса. Хотите попасть в новый ролик? Спускайте комментарии и пишите свой хвалебный отзыв и оценочку. Ну и впредь я вас познакомлю с очень интересным и довольно-таки прикольным стареньким гостем, которого вы точно не ожидали. Погнали смотреть видос. Ну что ж, EasyDrop, в общем-то, не меняется, учитывая только то, что они сменили домен. Ну и промокоды в описании, конечно же, вы найдете. Ролик не является рекламой, баланс я пополнил сам. Это доказывает, конечно же, вот эта вот функция бесплатных кейсов. Потому что если бы баланс все-таки был фейковый, мы бы с вами сейчас не открывали все эти бесплатные кейсы. И единственное еще из халявы, это, конечно же, ежедневный бонус, который EasyDrop дает при пополнении баланса. И уже к следующему ролику мы сможем эту тему всю заюзать. А больше промокодов вы найдете в моем телеграм-канале промокод CSGO. Ну и сейчас, конечно же, уже когда мы начнем открывать кейсы, давайте я вас познакомлю или, может быть, даже напомню вам, что сегодня в ролике со мной записывается Александр. Сашечка. Всем здравствуйте. Вот сюда, друзья, мы разговариваем. Кстати, тебя стало громче слышно, я думаю, даже может быть как-то сексуально. Мы снова, да, да, на канале. У-у-у! А4. Год. Да. Дорогие друзья, спустя год простоя. Так что я сейчас как гепард с момента. Мы будем с вами видеться и слышаться гораздо чаще. Ну, не знаю, как видится, Сань, но слышится и смотреть на тебя они точно просто пацаны будут. Я не знаю, кстати, нам МК выпало, заценил. Это бесплатные кейсы, если ты помнишь вообще, как работает Изик. Пацаны, Саня не открывал кейсы, наверное, сколько, год? Ну да, где-то так, как оно и было. Чтоб вы понимали, он прилетел сейчас, я не знаю, откуда там, в Сибири прилетел? Ладно, он прилетел в Тольятти, но там у нас, чтобы вы понимали, сейчас там минус 17, да? Ну, было недавно буквально, пару недель назад. А здесь, Плюс 19. Поэтому, ребят, ставьте лайки, я думаю, что контент будет веселее. Ну, по крайней мере, сами понимаете, в кейсе ты особо нового ничего не преподнесешь, какие-то рубрики, это такой тухлячок. Но если душевно, такие посиделочки с вами, открытие кейсов, что-то такое суперинтересное, вот это мне кажется контент. Вот это мне кажется, что очень даже интересно. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это важно, 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 конечно. Конечно. Ну что по бесплаткам? Я тебе так скажу, у нас есть эмочка Хрусталь за 700 рублей. Пусть она не супер хорошего качества, но пусть это она. Бесплатный кейс. Да, да, так, это же халява. Блин. Ну, тут как бы я не надеюсь, честно, на что-то прям гипер-сверх типа. Не знаю, как мне помнится, бесплатные кейсы могут. Да, могут выдать, да. Мне даже Нет. Да, блин, ты уже все выучил. А у Гроза этот вонючий, ненавижу этот скин, да, просто. Блин, смотри, просто коротко о моем везении на EasyDrop'е. Всегда такое было, дорогие друзья. Слушай, смотрите, опять же, бесплатный кейс, 700 рублей, это... И мы не закончили их открывать. Да. Контракт обмена дал нам 550, не прямо, чтобы мы потеряли, конечно, пацаны, но потеряли. И, кстати, насчет наблюдений. Дорогие друзья, эти кейсы, если первые 4, так скажем, среднячок выдают, а вот финальный, который 5-6, по-моему. Да, да, есть и 5-6, ты прав. У них шанс выпадения... какого-нибудь хотя бы красного, хотя бы красного. Какого-то тайного намного выше, нежели первых 4. И сейчас мы постараемся... Это мои наблюдения. Постараемся теорию Александра мы с вами как бы подтвердить. У нас 6 сегодня недоступен, к сожалению, потому что баланс 30-очки не имеется. Но, может быть, две попытки бесплатного кейса по номерам 5 что-то хоть хотя бы чуть-чуть изменить. Ну, теорию. И прикинь, вот возле обмоток рук и АВП на нуара выпадает осад. Бам, это джи-джи, у нас больше нет попыток. Давай хотя бы вот, контракт. Причем с первого кейса же выпал, понимаешь? Это просто рофл от сайта. Я не знаю, удачно ли сейчас мы зашли, пацаны. О, ты сейчас смотри. Апгрейд делаем или оставляем? Пока оставим. Смотри, она, по-моему, в форме газеты, тебе не кажется? Это как рваная, типа. Да, да, что-то есть. Прикольный скин, что это восходящий череп? Кстати, он старенький довольно. Че по-то пользователям? Ты помнишь, как я сужу обычно? Че у нас тут выбивает? За день жесткое вот это, вой там даже есть. В основном с апгрейдов сейчас, ребята, чтобы вы понимали,
сигнале на часах-то 3 утра, и кейсы открываются довольно-таки с маленькой периодичностью, и может быть это на самом деле хорошо, потому что мы сейчас заберем тот самый дроп. Тут так. Как бы вариантов немного, ты сам знаешь, есть тайна. Ну давай. Тайна? Реально? А ты заметил, что цены подорожали? Просто, ты ж год не открывал. Короче, объясню. Да. Объясню, как это работает. 400 рублей стоил кейс, сейчас он стоит 600 рублей. Доллар упал, а цены-то не вернули. Изи дроп. Мошенники, получается. Ладно, шучу, нифига не мошенники, но просто цены-то никто никогда не возвращает, понимаешь? Никогда. Ну, да, вспомни нет. Хоть один момент, когда цены вернули. Так, давай два раза откроем. Что, вот как бы баланс-то все-таки улетучивается у нас, не 30, не 40 тысяч, как бы, ну, может быть. Так, о, так, что-то так, есть, ну, что-то зацепили, подожди, заразу какую-то пойму. 4 тысячи. Так, мы все отбили. Оставляем его тоже пока. Учитывая, что у нас есть еще и восходящий череп за косарик. Это сейчас было зря или нет, как вот ты думаешь? Вот, чистая теория. Не знаю. Хоть одно, это было зря. Ладно, может быть, мы все-таки немножко сменим вектор. Вектор мы сменяем. 4 тысячи. Я хочу пойти на мои самые любимые кейсики. Какой? Ютуберов. И реально? Там, а, почему там еще не от меня изи дроп? Алло. Ну что ж, Александр Сахаров, давай. Вот за это мы с вами как бы уважение подкинем, да? Ну и стоит оно того, ребята, или нет? Мы сейчас, конечно же, узнаем. Оно того стоит, Сань. Азимов. Это очень жестко, потому что это почти 10к, и это полная отбивка баланса. Смотри. Дорогие друзья, ну вы все видите. Это кейс сами. Сахара, это Александр, как говорит. Александр помог Александру, скажем так. Так выиграть? Ну да, можно и так выиграть. Слушай, а если 10 раз? Ну то есть, это было, может было быть... рискованно. А подожди, а если что-то будет? Скоростный зверь. Что? Так, это сколько 27 тысяч? Здорово. Бах. А что мы бах этот забираем? Или может на топ-кейс пустим его? Все чисто так вот. Ну подожди. Скоростный зверь мой. Оставляем все пока, да? Подожди. Смотри, наблюдения твои каковы сейчас? То есть... Что лучше сделать? Допустим, забираем скин или лучше топ-кейс? Топ-кейс вообще сейчас как себя? Да, он, знаешь, он может и говно дать, но может сейчас тысяч за 80 что-то как плюнуть, ну, Санечка. Знаешь ли, ты год назад то же самое говорил. Да, подожди, ничего не меняет, топ-кейс только дороже, блин, урод стал. Подожди, давай пока оставим и попробуем вот так вот. О, говно, ладно. Ядро. Слушай, а есть смысл вообще? Я вот не понимаю продавать. Или может все-таки бах-то оставить их? Оставь-ка бах и можно... Вот, например, вот это продать и вот... Вот это продать. И оставляем на вывод 37. Подожди. Выходи, давай Сенджа попробуем. Сендж, а он есть, кстати, мне кажется, убрали. Убрали? Даже. А я не знаю. Ну что? Пажи. Как можно... Вон Сендж, подожди, вот есть краткий пояс. Я хочу просто пацанам показать функцию, которую я знаю. Сендж. Как же он? Вот так, да? Ленда. Это тот самый кейс, пацан, это легенда просто из дропа. Вот так сразу его прям... Да, давай. Хорошо. Ножичек тогда ловим. Нанимся. Сюда. Давай. Может, давай. хоть один выпадет, нет? Нет. Слушай, ну его однозначно еще раз надо открыть. Сколько это? Ладно. Ну, господи, сколько? Давай фастом. Вот давай. Так, бам, и нож. Нет. Стоп, подожди. Все? Давай. Что? Нет. Дай-ка. Да, держи. Я карточки? Вот так вот, да. Ты серьезно? Да. Не, ну карточки, они же... Ой. Угадаешь? Блин, угадай. Дорогие друзья. Не, ну это... а ты купи слона. А это, блин. Нет, давай не надо, выбор сразу принимай. Так, ребята так, ждут. Так. Ну, а что ты суетишься? Да что подожди. Ты? Ножик. У нас уже есть дроп, давай. Ну конечно, так это же другая карточка уже. Я понимаю, ты но. А что ты хотел? Африканскую сетку выбить? Конечно, там нож будет. А второй, ну давай. Блин. Ну, тоже нож, Сань. Там еще, кстати, гарантированно выигрыше может нож упасть. А как ты хотел? Ну, вот сказка. Сенш, ну. Вот сейчас. О. Блин. Вот сейчас угадаешь. Смотри, сейчас угадаешь. А, угадал! Это, ребята, это так было в хайджине, не знаете ли. Хорошо, ну я предлагаю все-таки аккуратненький такой маленький контракт. Подожди. Пусть вот так вот сделаем. Да, да. На вывод все равно прилично, я тебе так скажу. И, в принципе, уже можно немножечко выдохнуть, хотя можно и побольше. А сколько мы засунули? Ну, 1003 я купили. 42. Но есть еще, мне кажется, ситуация, в которой мы можем выйти победителем. Это что такое? Здорово. Здорово, Изидроп. А так бывает? Подожди, так бывает. Серьезно? Я тебе говорил, можем. То есть, прикинь, это что такое? Не надо ничего продавать, это новый кейс. Не надо было вообще ничего продавать по факту. О, 2500. Охренеть. Так, подожди, а если так? Все, ладно. Все, хорош. Подожди, ну вот так. Ну хватит. Ну да, блин, ну я все просрал. Подожди, ну это все. Это уже все, это GGVP. Угу. Ну хорош. Ладно, на вывод вообще больше 50 тысяч, это безумно приятно. Тут вообще нечего, как мне кажется, продать. И... Все, забирай. Давай, ты да. Ты еще мне должен переводить, алло. Да, это вечное, вот это вот переводить. Потом рассчитаемся, давай. Конечно. Я думал на добром слове. Ну вот кибербезопасность. Вот эта хрень 100 тысяч стоит, что ли? Так, это окупажи. Сколько?
Что? Здорово, Изидро, подожди. Понимаешь, что это был конец уже? Ну, как бы по факту, это уже все. Ну, куда ты расчехлился? Ну, а я 4000 получил. Ой, это дорого. Нет, оно не выпадет. Не выпадет столько. Говно. О, подожди. Страшно, очень страшно, как говорят у нас. Давай так уже добиваем тогда, ну уже просто пора. Ну блин, ну уже хочется. А вот как это казалось дорого, мне тоже. Так, блин. Какой-то говнокейс. О, фига, прикинь. Купил. Да, просто, ребята, рандомные кейсы порой. Да блин, не окупают. Ну не окупает или окупает. Давай, вот еще, блин, нет. Все, ребят. Вот такой получился видос, Санечка, заканчивай, как говорится. Чего ты хочешь пожелать моим зрителям? Вы все видели сами. Забираем. Заходим на сайтик и... выигрываем. Ну, я надеюсь, что вам повезет, пацаны. Опять же, ролик не является рекламой, никаких ссылок не будет. Мы просто играем на изике, как вы заметили. Я почти только его снимаю, потому что это действительно сейчас сайт, на котором можно купиться, который как бы реально окупает, и можно на нем даже, ну не знаю, в удачные месяцы даже подзаработать. Но это опять же, это всего лишь игра. Тут надо это понимать, расценивать риски правильно. Все скины ищите у меня в профиле, все ссылки есть в описании. И ждите Санечку в новых видосах. Всем пока-пока.